Когда вы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. Смотри, не могу выбрать, какое. Вот такое вот или вот такое? Мне вот это больше нравится, а тебе? Ну и это тоже нравится. Ну много у меня колец, и что? А пальцев-то тоже вон сколько. Вот только стоит зайти в Александрию, ты чувствуешь эндорфины, радость. Колечки. Держи лайфхак от Жанны. Кольцо нужно покупать твоего размера, потому что зимой ты его можешь потерять, а летом с трудом снять. Не благодари. Мне, представляешь, ребенок попросил, говорит: мам, купи мне на день рождения печатку мужскую, хочу такую самую настоящую. Ой, невеста. Пойдем посмотрим. Ты только представь, компания «Александрит» дарит всем молодоженам серебряную подкову с бриллиантом на счастье. Все, что для этого нужно, просто выбрать новое украшение. Кстати, его можно купить в любом магазине «Александрит» и получить сертификат, по которому в самый счастливый день в свадебном сквере, в торжественной обстановке молодожены расписываются в книге регистрации счастливых семей и получают самый настоящий талисман – серебряную подкову на счастье. Свадьба – это всегда так весело, так весело. Привет, моя дорогая, спасибо, что согласилась помочь мне с выбором. Знаешь что, каникулы каникулами, а к учебному году готовиться надо. Знакомься, мои племянники! На вопрос, куда идти, когда приходит время собирать ребенка в школу, я тебе отвечу так. В сети магазинов «Вещевая ярмарка» есть все, чтобы одеть ребенка в школу. Причем как для первоклашки, так и для старшеклассника. Ох ты моя зайка! Здорово! Тебе самой нравится? Подожди, здесь еще смотри, какие блузочки. Нравится? Вот такую, да? Еще юбку. Боже мой, вы сразили меня на повал. Стой, не хватает одной детали. Ну-ка, давай-ка. И ты у меня будешь самый крутой на линейке. Смотри, какой для Сони рюкзачок подобрала, да? Не мимишка? Ты моя зайка, уже переоделась. Ну, по-моему, здорово. Смотри, какой рюкзачок. Ты уже и себе взяла. А может, и этот все-таки? Удает. Самостоятельный. Ну все, школьную форму купили, спортивные костюмы купили, обувь купили, рюкзаки взяли. Мы к школе готовы!